А вот хотел спросить вот по пробежкам, я следую вашим рекомендациям, сейчас 40, и есть такое ощущение, что мне чуть-чуть маловато, я не могу путь. Да, вам маловато, у вас... Сколько? У вас... В Одессе нормально? Нет, сейчас я вам скажу, вы где-то дня три назад, да, бегали, 1:40, сколько? В субботу, 1:40. А вот, ага, вот, да. 1:50 вы бегали в субботу? Записываю, по-моему, да, 1:50. 1:50, да? 15 километров. 15 километров, медленно, значит, вы бегаете, медленнее, чем я, получается. Да. Хорошо. У вас получается еще нужно 20 минут до очищения полного организма. Ну где-то так, да. Угу. А вот еще научите молиться. А я на каждой лекции всегда учу. Это же медленный процесс. Молиться означает побеждать судьбу, а судьба она не такая простая, чтобы ее побеждать. У нас будет 3-4 апреля онлайн-ретрит. Я желаю всем счастья в Москве. То есть можно в клуб благости онлайн записаться. И онлайн-ретрит – это как молитвенный ретрит, это одно и то же. Ну, то есть и дальше вот там настройку узнаете, как, чего, и учитесь.